Вот ты где. Отличная статья в пост. Привет. О, кстати, он уже едет сюда. Только учти, он не постоянен. Сейчас ты его лучший друг, через минуту прокаженный. И давай прямые ответы. Попробуешь уклониться, потеряешь его навсегда. Угу. Думаю, нам нужно порепетировать. Я ем, Кевин. Эй, ты готов? Уверен, потому что я окажусь под ударом. Съешь что-нибудь. Привет, Карл. Рад тебя видеть. Привет. Привет. Здравствуйте. Итак, Эдди Мора, в чем твой секрет? В таблетках. Я на особых таблетках. Ясно. Это формула со сложной системой. Ну, конечно, не обошлось без сложного исследования. Я знал каждую спираль каждой ДНК в каждой купленной мной компании. В моем офисе бумаги превращаются в Гималаи. Но знаете что? Акции выросли. Немного. Конечно, акции выросли, но кто будет работать ради такого жалкого роста? При краткосрочных активах все ждут не мизерного роста, так что я плюнул на всю эту статистику и перешел прямо к слухам. И на чем вы основывались, скупая акции? На том, что говорят на улице? Точно. Цена акций зависит не от того, как работает компания, а как работает психология масс. И встречая определенные алгоритмы восприятия акций. Выявление шаблонов. Вот ваш принцип. Ну, не все понимают шаблоны. Это тоже немного влияет на рост акций, но это дешевый трюк. Так что я пошел дальше. Вы хотите сказать, что у вас есть какая-то идеальная формула? Ну, с 12 тысяч до 2,5 миллионов за 10 дней. У меня есть формула, мистер Пирс. У него мания величия. У меня нет мании величия. У меня есть действующий рецепт величия. Я не знаю, кто ты, Эдди, что за игру ты затеял, но уверен в одном, ты не из моего мира. Я давно общаюсь с финансистами. В тебе нет этого нахального тщеславного дерьма, хотя... Твоя манера мне нравится не больше. Но ты однозначно работаешь в стиле, который я раньше не видел. Взгляни на эти компании и скажи, что ты думаешь. Сейчас? Да, не спеши. Хорошо. Эти компании тут ни при чем. Объясни. Если только вы не играете по обе стороны. Контроль над энергоресурсами, но нет, эти компании не выведут вас на развивающиеся рынки. Придется... Ух ты! Должно быть, вы готовите крупную сделку по слиянию. И есть только одна компания, достаточно крутая, чтобы слиться с Ван Лун и Associates. Кто вам об этом сказал? Я просто связываю концы. Неужели Хэнк Эдвуд пойдет на это? Либо вы отличный аферист, либо очень смышленый юноша. Не может быть. Ваша компания вместе. Весь мир будет просить вас об энергии, как Оливер Твист тарелку овсянки. Не торопите события. Не заглядывайте далеко. Предвидение. Сделка не выгорит. Почему? Придется уйти из Ливии. Серьезно? Я всего лишь кретин, которого подбросили до дома. Хорошо, дам вам шанс. Жду завтра в Сандреджес в 10. Расскажете, как этот кретин, которого я подбросил, осуществил бы сделку. И подготовьтесь получше. Я к вашим услугам. Да. Вы что, здесь живете? Ну, спартанцы не нуждались в удобствах. Да, и в результате им надрали задницы. Я не пошел домой. Мне хотелось пройтись. Переварить, обдумать все. Есть моменты в жизни, когда ты знаешь, что вышел за свои границы. Твоя старая жизнь кончилась. Ван Лун был моей границей. Я получил свой шанс. Уолл-стрит предоставит мне деньги. Но как далеко я смогу зайти? Председатель правления? Может быть, президент? Пришло время встряхнуть свободный мир и заняться делом.